Доброе утро, осознанные люди. Сегодня с утра у нас было то, что рекомендует Садхгуру. Это имбирь, вот эта чашка воды теплая. Немножечко я добавила меда и куркума. Это утренняя такая вот норма воды. Далее я свою норму выпила своего любимого заваренного напитка из меленого льна. Это мужа порция. Он любит такую рассыпчатую. Вот. И, ну и сейчас у нас вот пророщенная гречка. Вот такая она красавица. Вот промытая уже. И такая у нас конфетка сегодня. А я еще хочу сказать, что я сейчас вот покушала петрушку, несколько листиков. Вот, ну еще, правда, я еще выпила, и сейчас я вам покажу. Гвоздичку. Вот. Гвоздичка. Я вам показывала. Она от паразитов. И утречком натощак мы ее пьем. Вот. А это наша вкусняшка, конфетка. Из чего она состоит? Кунжут. Где-то грамм 100. Орешки. И какао. И финики. Косточки мы выбрали и сюда добавили. Вот у нас орешки. Сюда пошли. Ну и сейчас у нас уже готовое блюдо. Я вам его покажу. Вместе с пророщенной гречкой, финики, орехи, немножко какао. Ну, я еще бывает добавляю стевию немножко. Или же мед. Но так как финики очень свежайшие, свежайшие финички, то я пока что думаю, будет достаточно там сладостей. В общем, осознанные мои дорогие, любимые, мы правильно с вами питаемся и будем жить, радоваться и благодарить нашего Творца, который это все создал для нас, своих любимых детей. Всех благ всем!